Росіяни закликають вбивати та катувати українських дітей. Про це свідчить чергове перехоплення СБУ. Дружина окупанта живе в прикордонному з Україною місті, куди насильно евакуюють наших громадян. Росіянка обурила, що українські діти відмовилися малювати символіку до святкування Дня Побєди, тож вона запропонувала покарати їх нелюдськими катуваннями, зокрема відрізати вуха та пальці. 9 мая там в школе просили нарисовать, короче, ну там к празднику. Они сказали, это не наш праздник, это дети, наши дети в школе говорят. И ты в курсе, что они потом вырастут, так и будет. Это нацики. Чего Путин всех из России, эти, придурков этих, блин. Взяли бы всех там, поперебивали. Какая ты добрая. Я бы наоборот наркотики вколола, если бы работала, чтобы их смотрела там в глаза, и сказала, отдыхайте, мучайтесь. Я бы пи***ки тоже резала вот так вот, звезды на спинах вырезала бы. И вообще по уху бы каждый бы день отрезала бы по пальцу, чтобы им больно так было. Ну, ты же дети, Юль. Я бы даже детей бы этих расстреляла бы.